другой магазин зашли. Это что у нас? Nike? Да, Nike. Штанишки Nike. 3,5. Фила. А, это Фила. Извините, Фила. 300. Ой, 3800, блин, что-то я этот перегрелся, что ли. Nike вот Пума, новая коллекция. Тут такие цены, короче. Adidas 6300, 4800, 5700. Понятно. Да, бонусов нигде нету. Converse 6. Чё, пойдём? Пойдём на второй. Какая-то фирма Replay очень распространена. Армани. Опять такая же кофтюлечка. Здесь она стоит 12. Слушай, так... То же самое тут есть. Да? В другой зашли. Пума. 2400, что-то таганы. Кофтюлечка Balance. 4400. Вот не помню, сколько такая. Вот такую вот мы видели там. Здесь она 5,5 стоит. Я уж, конечно, не помню, сколько она там. Целый ряд. Вон за Тейла. Он еще у них остался. Ничего себе.
думала, он комок, я тоже. Я тоже. 4,5. Триста такая. Пойду гляну мужские, может есть такие, сравнить типа цену. Ну вот эти вот 6. Чё? Похоже на твои эти шорты из нас, как это вам сдаёт. Индусские, ну да. Похоже. Ну, походу, за балансами в Турцию надо ездить. Такие мощные. Ну, в общем, представление небольшое получило про цены. Такие не совсем они тут дешевые.